Розувастатин ос. Состав: активное вещество розувастина кальция в пересчете на розувастатин. Фармакологическое действие, фармакодинамика. Механизм действия. Розувастатин является селективным, конкурентным ингибитором ГМК-КА-редуктазы, фермента, превращающего 3-гидрокси-3-метилглутарилкофермент авмивалоновую кислоту, предшественник холестерина. Основной мишенью действия розувастина является печень, где осуществляется синтез холестерина и катаболизм липопротеинов низкой плотности. Розувастатин увеличивает число печеночных рецепторов ЛПНПБА на поверхности клеток, повышая захват и катаболизм ЛПНПБА, что в свою очередь приводит к ингибированию синтеза липопротеинов очень низкой плотности, уменьшая тем самым общее количество ЛПНПБА и ЛПОНП. Фармакодинамика. Розувастатин ос снижает повышенные концентрации холестерина ЛПНПБА, общего холестерина, триглицеридов, повышает концентрацию холестерина липопротеинов высокой плотности, а также снижает концентрации аполипопротеинов, ХС-НИЛППБ, ХС-УПОНП, ЭКУПОНП и увеличивает концентрацию аполипопротеина ААЙ, снижает соотношение ХС-ЛПНПБА, ХС-ЛППБ, общий ХС, ХС-ЛППБ и ХС-НИЛППБ, ХС-ЛППБ и соотношение АПОВ, АПОАЙ. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.